Чего? Где оказался ты? Хм. Вау, вот это пейзажи! Хм. Интересно, что это за жопа? Это Воркута? Нижнеянск? А может быть, Оленегорск? Хм. Нет. Скорее всего, это Чита, потому что здесь тепло. Ха, ну что ж, хоть это и Чита, все равно мне стоит приодеться. Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Первый этап конкурса «Народный стилист страны» постепенно подходит к финалу. Не пропустите новый модный батл сегодня. Заседание модного суда я объявляю открытым. Все внимание на подиум. Незнакомка, выходите. О, высокая, стройная, с манекенскими красота. Параметрами. 30-летняя блондинка. Мечта многих мужчин. Поэта. Уверенная в себе. Да. Ебать, ребята, я прямо вспылил от этого. Ладно, мне не терпится поскорее дальше пойти, короче, и набить, короче, рожу большим этим быдло-офником тупым. Давайте, ребята, погнали.